«Чистые леса в Республике Мордовия». Впервые эта акция была проведена в прошлом году по инициативе министра лесного охотничьего хозяйства и природопользования Аделя Галиуллина. Идею проведения поддержал и глава региона Артем Сдунов. В 2023-м «Большой субботник» проходил в районе лыжно-биатлонного центра. Тогда активистам удалось собрать свыше 3,5 тонн отходов. Главная цель этой акции – это привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения наших лесов бытовыми отходами, валежником и так далее. Сегодня мы проводим второй раз акцию «Чистые леса в Республике Мордовия». Она у нас стала уже традиционной. В этом году сделать чище решили лесок около детской республиканской клинической больницы. Общими усилиями очистили 2 гектара, убрали валежник и сухостой, а также следы пребывания человека, твердые коммунальные отходы. К сожалению, далеко не все гости юго-западного лесного массива приучены убирать за собой сами. Кроме большой уборки, нашлось время для ремонтных работ. В порядок провели места отдыха. Участников акции набралось 400. В их числе были представители администрации главы Республики Мордовия и правительства Республики Мордовия, экологических организаций, министерств и ведомств, некоммерческих организаций, а также волонтеры и просто неравнодушные жители. Сегодня в составе молодежного правительства мы присоединяемся к этой акции «Чистые леса», потому что невозможно смотреть на то, как окружающую среду просто загрязняют, и хочется сделать этот мир немножечко чище. Приятно, когда чисто не только на улице, но и в лесу. Тем более, что природу загрязняет не только сама природа, но и мы, люди. Поэтому мы эти ошибки исправляем. Потому что надо уважать природу и любить ее. Так, а с кем ты пришла? С мамой. Лес – главное природное богатство Мордовии. В рамках республиканской акции «Чистые леса» с 15 по 21 апреля большая уборка пройдет во всех территориальных лесничествах республики. Дарья Боронина, Александр Овчинников, «Народные новости».